При выборе, почти на принятии любого решения. Я всегда остаюсь искренней и никогда не боюсь говорить то, что я думаю, что я чувствую. Трезво оценивать ситуацию. Может, конечно, не всегда трезво, но отдавать отчет. Ну, вообще, в том, что происходит. Ну и свое место понимать во всем этом. Да? А спонтанность вообще никогда не навлекала на какие проблемы на тебя, на твою попку? Были проблемы, но как-то если все обдумывать и так по полочкам складывать, тоже не всегда хорошо получается. Лучше как неожиданное решение принимать. Никогда не возникала проблема именно морального выбора, что приходилось идти против своих правил, чтобы выжить в этом мире или добиться чего-либо? Да, конечно. Но я стараюсь тогда просто отбрасывать эти идеи, чтобы не препятствовать своему творческому «я». Очень много правил, и они все такие тонкие, как бы сложно объяснить. Но, наверное, самое основное это то, что жить не только головой, но еще и доверять сердцу, потому что я считаю, что вот знание главное. Я считаю, что главное не знание, главное сознание в человеке. Если быть сознательным человеком, то все получится. Ma-ah-ah, ma-ah-ah, ma-ah-ah.
кажется, морские свинки – это самое главное для поэзии. Которые пришли тебе в туалете. Принципу. А жизни, если мы говорим не про творчество, а про жизнь. Делай, что должен, будь, что будет. Это чудесная цитата группы такой, очень старой, не будем называть название, но тем не менее это цитата. «Подумай, прежде чем подумать, стоит ли об этом думать». Ну это так, чтобы люди поменьше парились и побольше жили. А теперь замедленно скажи это. Все сначала? Не, вот именно вот это выражение тут. «Подумай, если подумать, стоит ли думать». Давай. «Подумай, прежде чем подумать, стоит ли об этом думать». Hello, 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 again, I say hello, 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 we all back again, yeah, 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 yeah. Доброта и не обижались. И часто, ну, получается всегда? Не всегда получается. Получается больше пиздеть, чем. Не бежать. Но главное не бежать. Hello, 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 again.